Друзья мои, я с наслаждением и трепетом представлю вам гостя нашей программы. Смотрите, народный артист России, президент. Ну, правда, Академии дураков. Посланник Андерсона в России, король Санкт-Петербургского карнавала, а сам предпочитает короткое клоун. Вячеслав Полунин. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Правда, что вот из этого всего клоун для вас самое дорогое? Ну, конечно. Это особый взгляд на жизнь, и поэтому именно он создает мне правильное состояние души. То есть на жизнь вы смотрите глазами клоуна? Конечно. Как говорил классик. Да, был такой. Я вас видела и поняла, что, наверное, самый главный вопрос, который вдруг меня... Он меня всегда интересовал, да, а сейчас я имею возможность получить на него ответ. Вы посланник Андерсона в России. Что это значит? Ой, потому что вот собралась такая представительная команда где-то в Дании, в Копенгагене, и на день рождения своей... Значит, королевы решили сделать что-то правильное. То есть, чтобы Дания распространилась как можно дальше своих берегов. И вот они решили. Это Андерсон и представляет идею Дании. Поэтому они выбрали людей в других странах, которые несут дух Андерсона. Вот для нас, вот что вы делаете в этом смысле? Ну, кроме того, что вот я вижу вас, я понимаю, что я начинаю улыбаться, сердце мое умягчается, хочется думать о приятном. Не знаю, я ничего специально для этого не делаю. Я просто живу на всю катушку, так как внутри это хочется. Знаете, как спрашивают иногда, там, врач есть в зале? И тоже ситуация спрашивает. А посланник Андерсона есть в зале? И Вячеслав тогда стоит и говорит, туточки. И все хорошо. А, больше 21 год прошел с премьеры «Снежного шоу» уже. И на днях буквально вы будете презентовать книгу «Алхимия снежности». Прежде чем мы будем говорить о книге, скажите, пожалуйста, вот это нежное отношение к снегу означает ли, что вы любите зиму, которая вроде как началась? Ну, зиму, конечно, потому что я вырос в Орловской области, в маленьком городке, и мама у меня занималась торговлей, то есть следил за тем, чтобы всегда в магазинах все было в этом городке. И она всегда уезжала куда-то. У вас было обеспеченное детство. Ну, не скажу, что это было каким-то важным элементом. В те времена пакетик подушечек из маминой сумки, наверное, значил больше любых обеспечений. Подушечки – это такие конфеты, они рубль за килограмм стоили, самые дешевые и самые любимые детьми. Вот. И мама уезжала куда-то в соседнюю какую-то станцию на машине за товарами. А уезжала она в сугробы, в метели. И я ждал несколько дней, боялся, что мама не сможет вернуться, потому что все занесет. Для меня снег – это одновременно трагедия и одновременно фантастическая красота. Потому что, конечно, самое любимое мое состояние, момент жизни – это когда вечером, осенью, под лампой вдруг начинает падать снег и покрывать все лужи белым покровом. И вот ощущение, что все заново стало чисто, нежно, прекрасно, и на этом можно писать новые стихи. Вы не только клоун, вы и поэт. А мы к этой поэзии вернемся сразу после того, что коротко выступит Валентин Кузнецов. Вячеслав, давайте сейчас посмотрим небольшой отрывок вашего выступления, что называется классика жанра, да? Можно я перед тем, как мы туда отправимся, скажу по поводу Кузнецова. Говорю, так замечательно из бутылки вырезал ложечку. Точно таким же путем, когда я приехал в Цирк дю Солей, я сказал, мне нужно то-то, то-то и то-то. Мне начали делать там все. Я говорю, нет, ребят, давайте я сам. Взял бутылку из-под воды, вот такую огромную, взял ножичек, вырезал в нем дырочки, приставил моторчик, и самая лучшая машина снеговая в мире родилась, и в этом цирке Дюсселей я работал с этой машинкой, так что вот бутылочка и ножичек очень красивые. Я правильно понимаю, что вы сейчас пригласили Валю Кузнецова в цирк Дюсселей? Коль у него такая есть практика резать бутылки. Тем не менее, Вячеслав, у нас есть отрывок вашего выступления. Этюд с вешалкой и плащом. В общем... Ну, дай-то насладиться-то, подожди. Ну, вот в том-то и дело. Это как снежное шоу. Ну, давай уже спрашивай, уже насладитесь. Ну, а в чем вопрос? Сейчас, в общем-то, не знаю, каждый первый, ну, каждый второй студент точно во время учебы в институте делает такой этюд. Но ведь нюанс в чем?
когда вы его придумали, когда вы этот номер делали, это уже тоже была классикой жанра, да, этому трюку 100 миллионов лет. Вот как взять, в общем-то, известный трюк и превратить его в что-то новое, вот что-то драматургическое? Ну, сначала нужно просто найти свою дорогу, свой принцип, свою эстетику. И тогда все вещи начинают открываться другими способами. Поэтому, если ты создал свой мир, в нем вещи сами преображаются и делают вот такие истории. А не страшно было браться, в общем-то, за известную историю? С известную средневековую историю. Мне вообще слово «страшно» в связи с театром не существует. С театром всегда радостно, с театром всегда бесконечно удивительно, и все предчувствия фантастических новых ощущений. Поэтому это слово «страшно» не бывает. Скажите, пожалуйста, учитывая, что сейчас вы стали руководителем Петербургского цирка, вместе существует огромная вселенная, выстроенная вами. Будет ли она влиять на, так сказать, то, как изменится Петербургский цирк, или это не связанные вещи, параллельные, да, вселенные? Да нет, конечно, ты родился, уже в тебе вся вселенная, ты ее потом потихонечку открываешь. И поэтому она открылась через снежное шоу, или через лицедеев, или через мои карнавалы, или еще через какие-то события. И это я просто такой. И куда бы я ни пришел, я все равно там буду делать такую вселенную. Понятно, что я ее не переворачиваю и не как бы одной заменяю другую. Нет, я во всех вселенных скрываю и волшебство, которое я знаю. Сегодня у нас, совершенно не кстати, сейчас скажу об этом, сегодня у нас день юриста, вот, и мы, я просто объясню вам, почему сейчас у нас Детсовет будет заседать на тему, кто это такой, потому что мы говорили цирк, клоун, поэзия, я думаю, кто такой юрист, вот, чтобы как-то логику нащупать в этом процессе, я все объяснил. Очень-очень разносторонний человек, согласитесь. Юрист, всех с праздником. Вячеслав Полунин с нами. Вы упомянули лицедеев. Концертный зал «Время», 84-й год. Я просто отсчитал 30 лет от сегодняшнего дня. Вот за эти 30 лет лицедеи, собственно говоря, лицедейство как-то видоизменилось, ну, объективно, по возможности, и субъективно в вашем восприятии. Ну, во-первых, 30 лет прошло, это замечательная история. Когда-то, в 82-м году, я сделал спектакль «Чурдаки». И вот сейчас, через 30 лет, опять эти герои вернулись на сцену, сделали вторую серию. Называется теперь «Чу». Это еще одно приключение этих героев. Так что это можно будет посмотреть. Уже кое-кто видел в Питере. Это самое. А с лицедейством, не думаю, что... Когда-то я начал эту тему из-за того, что мне не понравилась фраза Станиславского, что вот это лицедейство, это какая-то там история нехорошая. Она, в ней нет патриотизма, в ней нет философии, в ней нет умности, в ней одна глупость и радость. Вот я решил, вот глупость и радость, какие прекрасные вещи. Почему они так отстранены, отодвинуты с праздника жизни? Вы они... ответили Станиславскому «не верю» буквально. Да, я сказал, немножечко вот здесь не вы не правы, давайте мы его все-таки подправим. И решил, что вернуть это слово, оно исчезло из русского языка, оно не повторялось десятилетиями. И вот я его просто вытащил, отряхнул, помыл, и оно так заиграло всеми красками. А скажите, пожалуйста, каким, вот что должно быть в человеке для того, чтобы ему когда-нибудь удалось почувствовать себя счастливым или стать счастливым? Я-то все время счастливый. Вы да. Я удивляюсь, что такое, почему другие люди да. никак не могут этого добиться. Это же просто, это маленький ключик. Творить свою жизнь, как творишь произведение искусства. Нужно просто быть внимательным в своей жизни, и все. Не ждать, что вокруг кто-то чего-то поможет, а просто заниматься с утра, вставал и занимаясь удовольствием. Вячеслав, 15 секунд, я сказал про книгу, а сейчас я ее вижу. 15 секунд про книгу. Ой, не 15 секунд, 15 минут. Хорошо, книжка, конечно, удивительная, красоты. Писали мы лет 10, если не 15, потому что раза 3-4 мы дописывали. Ну, Толстой бы за это время, знаете, побольше бы написал. Торжественно брали и клали ее в мусорный бачок. Начинали заново. И в конце концов, с четвертого разохода, в 10 раз уменьшив то, что мы сначала туда вложили, постепенно привели к тому, что она теперь простая, легкая, красивая и светлая. И
картинки там есть. Те, кто не очень любит читать, для вас тут есть картинки. Огромная «Алхимия с нежности». Не надо тянуть руки, Инна Сергеевна. «Алхимия с нежности» называется эта книга. Найдите ее и получите удовольствие. Спасибо большое. Мы получили удовольствие уже. Вячеслав Полунин просто клоун. Спасибо вам. Спасибо. Мы через 19 минут продолжим.